сколько березочек вымирает. Что с ними там происходит? Как вы считаете? От чего-то погибают? От воды, может быть, ну, заболотистая местность, точнее, либо какие-то другие факторы. В общем, мы тут уже пообедали, уже выходили на татарское мороженое, себе купили, Омск проехали. Ой, Омск, да? Да-да-да, Омск. Ну, какое-то время назад. В общем, едем дальше. Сколько? Сейчас, кстати, уже время уже немножко поменялось на час. Вот. Еще один очень интересный момент, который хотелось бы показать. Это вот, например, если когда вы полностью занимаете купе, то очень удобно, значит, постелить вот такой коврик. Ну, простой какой-то коврик. То есть ботинки все там. Как дома, в доме, да, заходишь там, ботинки там, вот, и все. А здесь и дети, тем более, вот они туда-сюда вот так бегают, и ты сам голыми ногами, не ботинками, то есть тут все, бегаешь. Потом, когда тут пылесосят, опять же, завернул этот коврик, пылесосили, опять расстелил. Ну что, вот так мы проехали реку Иртыш, к сожалению, оператор что-то с техникой не разобрался, поэтому мы не успели снять мост великой реки Иртыш. Будут еще впереди реки Тобол, может поменьше, понятно, там еще какие-то речушки. Поэтому, может быть, хоть там снимем как-то мост. Ну все, что, ребятишки вон прыгают с полки на полку, читают, смотрят. А мы смотрим в прекрасный телевизор. Я вот сижу просто так и думаю, как-то немножко уже даже вроде как это, ну, как-то постучал, как-то домой охота, думаю, сейчас бы пошел бы там, коз бы подоил бы там, свиней, что, крапиву бы нарвал, как-то уже прям это, кур покормил. Да ладно, это шутка. Вообще, мы рады, мы едем отдыхать в отпуск. Свиньи, они подождут, козы тоже подождут. Там есть кому подоить. Никуда это не денется, поэтому надо иногда вырываться. Ну, конечно, чаще, но у нас просто так получилось. Мы переехали, сначала строили дом, то есть была четкая цель, потом там ребятишки, там все это. Ну и вот, когда вот плюс-минус подросли ребятишки, едем, то есть вот уже взрослые, они уже это запомнят. Им будет очень приятно и интересно вспоминать потом. Сделаем кучу фоток, видео, дай бог. Вот опять карандашовый лес. И главное, интересно, вот от Омска отъехали, вот у нас такого нет. Вот именно прям вот так массово. Ну ладно, что ж, увидимся. Уже три цапли увидели тут рядышком. Вот там прямо и дома не так далеко. Впереди вон военная техника какая-то. Смотрел. Амур вообще на востоке, что ты говоришь. Тьфу ты, значит, не Амур. Ишим, наверное, река. Просто Ишим. Сейчас встретимся с тетей, получается. Угу. Да, родственников много. Сейчас мы пойдем. Давай гостинцы. Маску, не знаю, нужно, нет, одеть, чтобы не узнали никого. Вот видим, что Ишим. Не обманули. Вокзальчик такой симпатичный. Ну, у них классный вокзал.
А вот и наша тетя. Еще и нам пакет какой-то тащит. Будь это одна, да? Одна. Подарками поезд пошел дальше уже. Значит, еще один. Не люблю вот это слово лайфхак. Ну, как это вот другим словом заменить? Это полезный не, совет. Не русское, какое-то полуматершинное слово. Полезный совет. Вот, полезный совет. Значит, еще один полезный совет. Это не вода Пилигрим, это технический спирт. Я его где-то купил. Вот, собственно, вот налил с собой в бутылочку. И вот, когда мы сели в поезд, я все протер. Я говорю потихонечку, чтобы ну, дети спят. Пришел, потом обязательно, хотя я там не за что добрался. Хотя бы вот так вот раз, по руке спиртик. Все протер. Закрыл. Ну и, конечно, как бы дети знают, что крышечку закрыл побольше. Итак, значит, что я хочу сказать. Здесь пельмени. Ну давайте их откроем тоже, посмотрим. Ну нас сразу предупредили. Я говорю, да, у нас своей еды хватает. Смотри, как чик так раз. Открываешь. Чик. Раз, вторая бумажка. И тут сверху так. Интересно. Опа. Мама дорогая. Че ж не ездить-то? В отпуск. Смотри, как. Какие пельмешки, я их сейчас не буду открывать, мы их откроем попозже, когда ребятишки проснутся, но чуть-чуть да видно, да, что пельмешки. Вот, и самое главное, да, сейчас я еще вот это покажу. Вот, вишенка. И еще один такой очень, ну, трогательный момент, мне прям до слез, я не могу. Еще тетя взяла и деньги дала, 400 рублей. Я говорю, куда? Я говорю, зачем? Говорит, детям на мороженое. Понимаешь, на такое способны только пенсионеры. Как говорится, тетя, последние деньги готова отдать. Я всяко отнекился, но ладно, ради Христа взял. Говорит, возьмите, чтобы прямо гостинчик его. Ну все, что, путешествие наше продолжается. Сейчас ребятишки проснутся, чуть больше начнем. Thank you.